все родители попадали в такую ситуацию. Даришь ребенку новую игрушку, а он пару раз с ней играет, и после она в компании таких же заброшенных пылится на полке. Сегодня покажем, как провести апгрейд обычным машинкам, которые можно использовать и для игр, и для обучения, и для творчества. Значит, гоночную? Джипик! Начинать играть можно прямо в ящике, где малыш хранит свои автомобильные богатства. Попросите его не просто навести порядок, это скучно, а разделить все машины на легковые, грузовые и служебные. Потом можно пересчитать, каких в коллекции больше. Следующая идея – соорудить в детской горку из гладильной доски, например. Игра затянет надолго. Машинки можно спускать сверху вниз по очереди или все одновременно, потом закатывать их снизу вверх, устраивать соревнования, кто быстрее скатится. В общем, мама за это время и суп успеет сварить. Машинки можно использовать и для развития речи малыша. Даем ребенку задание – назови все части машины. Уверена, в этот момент он узнает много новых слов. Максим, называй части этой машины. Двери, капот, багажник. Компот, я сказала. Компот? Капот, капот. Капот, это вот здесь открывается капот, и тут мотор у машины спрятан. Машинками можно играть и в боулинг. Расставляем на полу игрушечные кегли, тоже, скорее всего, давно забытые и заброшенные. И сбиваем их, но не мячом, а машинкой. Лучше брать инерционную, она попадает в цель точнее.